штате не появлялся. Пока что. Не было он. Книги. То, что он не появлялся на работе, скорее всего, и в штате. Док Шэдоу не появлялся? Да. Давно он не появляется на работе? Ну, со вчерашнего, по-моему, дня. Угу. Вчера же суд был по поводу него. И что, решили? Ой, я точно не знаю. Я же не был на суде. Если я не ошибаюсь, то суд был. Суд был завершен, и выговор был. Приговор был. Там заключение. Лишение свободы Дока Шэдоу на сколько-то лет там. Не помню. Ну вы не знаете, да, ничего про это? Нет, не помню. А про губернатора? То, что он укрывал. Ну, это я знаю. А, что еще знаете об этом? Давайте, может, отъедем и поговорим. Можем на второй этаж, на какой-то, на последний этаж поехать. А, ну, не нет, тогда не можем. Нехорошо, не подскажу. Можем в кабинет зайти. Кавалера, мне кажется, здесь видеокамера. А человек дорожит своим рабочим местом. Предлагаю пройти в наш автомобиль. Хорошо, поехали. Так что вы можете рассказать? Мне кажется, надо музыку выключить. Я как бы сотрудничаю с вашим директором и начальником ЛСПД. Угу. И хотел бы попросить у таких визитов ко мне чуть поменьше. Хорошо, потому что я уже вызываю подозрения. Без проблем. Мы, кстати, не в курсе были о том, что вы с кем-то там сотрудничаете. Хорошо, я тогда сообщу вашему директору. Что... Кабалера, музыка. Так она и не играет, вроде. Ну, как мне известно, губернатор не знает об этом, то, что... Дело, то, что он еще идет под дело. По крайней мере, он не боится этого, что ли. Но почему не появляется в штате, этого я знать не могу. Понятно. Но сегодня было собрание
спецсвязи он на нем присутствовал. То есть он пытается вести свою деятельность, но в штате не появляется. Боится ареста? Ну, как после суда было, так сказать, общение. Так сказать, общение, и, как я понял, они... Ну, лично губернатор, он не боится. То есть он думает то, что он его не смогут взять. То есть не за что. Про Дока я не могу ничего сказать, поскольку он мало чего-то говорит. Вот. Угу. А можно вот узнать, что по поводу Остапа? Он же осужден был, как я понимаю. Да. А почему тогда находится в работниках мэрии? Хоть а вот это... Отпуске? А это можно узнать у губернатора. Которого... Ну, губернатор не дает по этому поводу никаких... Там слов, узнаю так, все равно. Слов, так скажем. Вот. Ну, то, что сегодня... Какая бы сегодня была информация, я директору вашему сообщил. Можно ваши документы увидеть, пожалуйста? Да-да, хорошо. На всякий случай просто. Можете у директора спросить? Да ничего, я просто... Это просто ради безопасности. Я просто... Я вашей понимаю, и нашей. Это ваша работа. Да. Так вот. Что у вас конкретно есть? Есть вопросы какие-то? Вопрос есть по поводу губернатора. Почему он... То есть он ведет себя так, как будто не боится. Он думает, что его не закроют. Да-да-да. Угу. Но почему он не заходит, я не могу узнать. В смысле не заходит? Ну, в смысле, в мэрию не заходит. Извиняюсь. Как бы вы поступили в этой ситуации? На месте кого? Ну, допустим, на месте нас. Ну, владея той информацией, которой я владею. Очень сложно, то есть есть много вариантов, я уже директору вашему объяснял, но типа и выбрать какое-то определенное, это очень сложно. Может, я выберу? Ну вы же, не знаю, вам директор сообщал то, что правительство планирует, ну как, не планирует. Я не общаюсь с директором ФИП. Я сотрудник ЛСПД, вот, и зам начальника детективного отдела. А, все, понял, понял. Я думал, просто вы из ФРБ. Нет, нет. Хорошо, ну, с начальником ЛСПД я тоже общаюсь, так что с этим тоже проблем нет. Вот, Паттерсону я как раз сообщал тоже эту информацию. Вот, если хотите, чтобы я повторил, то хорошо. Mm-hmm. Правительство думает такой вариант, что если какие-то будут предприняты еще действия с вашей, ну, то есть с вашей стороны, со стороны ФРБ, то у них на уме такая ситуация, как... Ну, это даже как-то смешно это говорить. Собрать ОПГ, собрать население и начать войну против силовых структур. Сильно. И плюс к этому, после этого они хотят снять все сроки, снять все судимости с членов ОПГ. Так сказать, отблагодарить их этим. Если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, то я категорически против этого и не хочу допускать. Понятно. Потому что... Выпустить всех преступников, снять с них сроки, это большой хаос. Думаю, вы это понимаете. Да я думаю, этого и не будет. Ну, в голове у них это есть. А что от них ожидать конкретно, я не могу понимать.
поскольку я их не знаю, ну как я знаю некоторых людей, но там очень много людей, так скажем, новых, которые не имели дела с правительством. Проголосовали за губернатора. Нет, я воздержался от данного голосования. Я тоже воздержался. На прошлых выборах я, конечно, голосовал за Белла. Вот, это скрывать не буду, но на данных я воздержался. В общем, хорошо, спасибо за предоставленную информацию. Вас обратно подвести? Да, где-нибудь там рядом выкиньте, чтобы не было подозрительно, так скажу.